действительно трагический день, 23 февраля. Хотя мы сегодня празднуем, мы должны праздновать. У нас мы живем в правом государстве России, это выбор нашего народа. И все равно мы говорим и заявляем всем, это были наши ошибки. Ошибки нашего народа и выселения, и первая кампания, и вторая. И мы что сделали? 23 февраля – День защитника Отечества по всей стране. День высылки. В то же самое время у нас целые поколения, которые отслужили в армии. Я в том числе. То есть, а как? А что, у них не должно быть праздника? И если мы решили перенести это на 10 мая, это не значит, хотя наши противники пытаются нам это, вот, ну какая разница? У нас для нас тоже трагедия гибель Ахмадхаджи Кадырова. Для нас это большая трагедия. Это для нас отец. Это не там где-то 23 февраля, это вот. На столе бюсты Сталина и Дзержинского. Внешне Руслан мягкий, улыбчивый, обаятельный, а вот о врагах высказывается. Без всякой дипломатии. Это какой бюст? Это еще с тех времен? Да, да, да. Это тот самый бюст, который стоял тогда в кабинете, да? Да, я с собой забрал. Интересно. И сталинский. Ну же чеченец, как у вас на столе?